Всем привет, с вами канал Артмания. Показывай. Что ты показываешь? Покажи. Дима сдал кровь на сахар и общий анализ крови, да? Из пальчика у тебя брали кровь, да? Расскажи, как у тебя его брали, расскажи. Откуда у тебя взяли кровь? Из пальчика, да? Ой, ты не хочешь рассказывать. Хотела Диму усыпить, но он не уснул. Ходили, гуляли по парку, я ему даже вот, обувь сняла, носочки снимала. Да? Да, все, доливаешься. Ну, такой вот пальчик хотел снимать, я ему говорю, это аксессуарчик, да? Ходили по парку, но такой у нас парк. Посерединке там дети гуляют, шумно. А я хотела сбоку. Там какие-то алкоголики сидят, бомжи. Что-то вообще. Всегда думал, нормальный парк, а тут... Да, Дима покушал. Банан, яичко съел Дима, да? Молочко попил. На новой коляске. А мама в новой обуви. И сумка, кстати, у меня новая сумка, новую обувь одела. Сейчас мы пойдем в гудок, в торговый центр, да? Да, походим там, погуляем. Мама себе хочет шортики купить новые. Те, которые я покупала до этого, мне уже малы. К концу лета я поправляюсь. Очень хорошо. Да? А сидеть не здесь, мне сейчас некогда. Что, ты вылезти хочешь? Все, пойдем. Так, пришли мы домой с Димой. Я уже начинаю складываться. Складывать чемодан к поездке, готовиться. У нас уже поездка послезавтра. Мы отплываем. На них, кстати, был обзор. Я их тоже беру с собой. Из фикс-прайса вот эти вот беру с собой. Наверное, даже вместе с вами будем накладывать их сегодня или завтра, скорее всего. Посмотрим. И вот сегодня мы за покупками ходили. И что купили? Сейчас покажу. Так, ну вот, складываю я тут чемодан. И купила я вот такие сланцы. Купила их на дачу. Вот сейчас я думаю, не большевато ли платформа. Не знаю, сколько мне будет удобно. У меня таких не было. Помню, на них была прям что-то не мода, что-то не эпидемия. Все покупали. Вот. Ну, здесь мне понравилась подошва такая, она вроде удобная, вроде мягенькая. Ну, не знаю, посмотрим. Для дачи самое то. А то мои сланцы вдруг порвались неожиданно. А какие-то другие я смотрела, в магазине продаются помаднее. Ну, на дачу не хочется. То в грязь влезешь куда-нибудь, то еще что-нибудь. А стоили 250 рублей. Так, также я была в Литуале, но я была еще Моде. Моде, по-моему, так он называется. Сейчас посмотрим. Господи. Так, что тут у меня? А, туалетки. Да, вот, я была в Моде. А, купила себе... Купила я такую вот штучку. Это Диме, чтобы заниматься. Она... Да, это пищит, кстати. Вот, чтобы заниматься, вот именно надавливая на всякие точки, вот, ей прям как раз хорошо. Стоила она где-то около 99 или меньше рублей. Так, а? Хорошая, да, такая. Чтобы ее помять, надавливаешь всякие вот точки, массаж ей делать. Я сначала боялась, то, что вот это вот будет острое, вот эти вот кончики. Но нет, они... Вот они продавливаются. Единственное, вот еще пищит, немножко мешает это. Можно заткнуть чем-нибудь. У мамы почти такая же, но у нее пожестче немножко. И так можно делать массаж. А, еще там было написано, что она светится в темноте. Сейчас мы посмотрим. Флеш-мяч светящийся, да. Флеш-мяч. Так, также я в Моде купила такое колечко. В нем блестки находятся. Они вот там двигаются.
Вот там был квадратик, сердечко, кружочек и большой кружочек. Сердечко большое и кружочек был еще большой, разных цветов. Я взяла золотой, потому что у меня браслеты золотые, ну, под золотом. И я взяла вместе с ним, будет хорошо смотреться. Я хотела именно квадратный. То есть, ну, большое сердечко, оно слишком огромное, массивное, кружок там слишком массивный. Просто маленький кружочек не хотелось, а вот квадратик как раз. Оно универсальное, а здесь даже подписано моде. Не знаю, мне, короче, захотелось такое. Что-то такое молодежное, как-то стараешься быть молодой, не стареть. Вот, ну, не всегда, правда, это, конечно, получается. Написано 250, когда-то оно стоило, но там была акция 99. Моди, кстати, очень хороший магазин, интересный довольно. Эксклюзивные там вещички такие, которые не найдешь, ну, не везде найдешь. Даже обнаружила сегодня то, что там косметика. Раньше я как-то не замечала эту косметику. Вот. Он, кстати, по-моему, не открывается. Я так подозреваю. Кстати, я забыла спросить на кассе. По-моему, мне кажется, что нет. Потому что я помню, что-то показывали. Нет, наверное, не открывается. Как-нибудь типа вот так вот смотреться. Вот, потом померю, потом покажу вам. Так, также я была в Литуале. А в Литуале у меня на 1841 рубль вышло. Вот. Ну, короче, сегодня я потратила 2000 рублей. И 50 еще рублей где-то так. Вот, купила я... Преймер. Ну, короче, это основа под тоналку. Основа под тоналку, потому что тоналку я наношу, и у меня видны всякие бугры, поры там, короче, все-все-все такое видно. Это не очень красиво получается, не очень хорошо. Мне, короче, не нравится. И пошла, вот я купила, она была по акции, то есть со скидкой она получилась у меня в 600 рублей. А без скидки она 1200 или как-то так стоила. Сказали, что хорошая. Оставалось на витрине две штуки таких. Еще была красненькая одна. Вот. Ну, я подумала, раз они заканчиваются, может быть, действительно хорошие. Не знаю, посмотрим. Вот. Да, он, кстати, там с эффектом их там два в одном. Хорошо, мне хоть сказали. А то бы удивлена была потом. Хотя она у меня в инструкции, может быть, посмотрела бы. Вот, то есть, вот он такой. Вот, и тут вот сверху есть. Он наносится на... Хотя я так и так бы, наверное, видела. Тут, кстати, зеркало. Удивительно. Сверху, короче, наносится на всякие неровности, которые самые-самые такие, по-моему, так она мне сказала. А потом вот он откручивается... И уже самого тюбика наносится уже на как бы на остальное лицо оставшееся. Вот. Ну да, наверное, я бы все равно догадалась. Сама открыла бы вот эту штучку. Просто бывает иногда так запрячут, что не найдешь. Вот, какой-то он, наверное, корейский, китайский. А, Корея. Корейский. Вот. Купила я такой спонж. Вот. Немножечко такой вот он. Угловой. Тут немножко срезанный. 400 рублей он где-то стоил. Зашла я сначала Химии, что ли. Не знаю, как этот магазин, короче, называется. Там тоже 400 рублей, но они как бы смятые немножко, другие. Вот, думаю, если... В Литуале будет дороже, тогда тот куплю. Нет, тоже самая цена. Тут даже подписано, что это Литуаль. Это, наверное, чисто они производят, может быть, не знаю. Вот такой мягенький. Как раз мне был такой вот нужен. Так. И последнее. Я купила такую вот щеточку. Вот, видел всяких это, роликов, как ею пользуются ловко. Вот, была вот такая вот большая, она подешевле. И была немножечко поменьше, она подороже и совсем узкая. Вот, ну, думаю, пока деньги есть, думаю, надо покупать.
потому что потом может денег не оказаться, я могу их потратить очень быстро. Вот, она где-то стоила рублей 400, наверное, где-то так. Magic Brush. Овальная кисть. Да, конечно. Никогда бы не подумала, что куплю такую кисточку. Вот. А сейчас мы ее с вами откроем. И посмотрим. А, такая щетина довольно плотная. Ну, честно, для меня лучше всего купить качественные, сразу переплатить и купить качественный товар, чем купить фигню и потом снова покупать, 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 она там сломается, снова купить, снова купить. То есть для меня, я так не люблю, я люблю за качество всегда. И также видеокамера всегда я за качество. Я лучше куплю одну, накоплю там на одну, куплю качественную, чем покупать несколько. Классная щеточка такая. Такая здесь она матовая. Вот. Ну, долго меня, конечно, помотали по этим магазинам, особенно в Литуале. Долго пришлось ходить, искать. Ну, в принципе, все. Такие, вы смотрите, маленькие покупочки. В принципе, это все там ни о чем. Колечко, вон еще это. И ушло уже 2000 рублей. Вот.